Заседание штаба провел губернатор Алексей Русских в режиме видеоконференц-связи. Глава региона находится в рабочей командировке в столице. Один из важных вопросов – работа ульяновской бизнес-миссии в Московской области. Бизнес-делегация нашего региона побывала с рабочей поездкой в Московской области. В ее состав вошли руководители и представители порядка 30 крупных промышленных предприятий Ульяновской области. Среди них авиационные компании «Промтех», «Волга-Днепр-Инжиниринг», «Аэрокомпозит», а также представители Ульяновского института гражданской авиации. На территории Ульяновской области реализуют национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Беспилотные технологии вошли в нашу жизнь и сегодня представлены во многих отраслях. Беспилотники активно применяются в противопожарном мониторинге, в сфере логистики, в доставке грузов и даже в добыче полезных ископаемых. Наш регион, обладая компетенциями, знаниями в сфере, прежде всего, пилотируемой авиации, в сфере авиастроения, авиационного приборостроения, новых материалов. Конечно, обладая всеми этими знаниями, абсолютно логично, что регион активно включился в реализацию и национального проекта беспилотной авиационной системы. Этот проект начал реализовываться с января текущего года. Причем мы участвуем по всем направлениям реализации этого национального проекта. В населенных пунктах Ульяновской области приступили к весеннему благоустройству. В областном центре провели первую санитарную пятницу. Навели чистоту и порядок в парках и скверах. В этой работе приняло участие более 17 тысяч ульяновцев и 2 тысячи организаций. Задействовали 328 единиц спецтехники. Следующая санитарная пятница пройдет у нас в области 19 апреля. Мы также выйдем в парки и скверы, дворы, в которые не попали. Будем продолжать работу в рамках трехмесячника по благоустройству. Параллельно с этим сотрудники департамента городской среды будут выезжать в муниципальные образования с целью проверки предметов благоустройства, которые были реализованы в прошлые периоды. В регионе готовятся к открытию садоводческого сезона. Занимаются благоустройством подъездных путей и инфраструктуры. Еженедельно проходят встречи с садоводами, на которых рассматривают злободневные вопросы. Почти 100 начинающих садоводов прошли одноименный обучающий курс по проекту «Дом садовода. Опора семьи». В период с середины марта по настоящее время проводятся рабочие встречи с председателем садоводческих товарищей по вопросам подготовки и безопасного проведения садоводческого сезона. В них принимают участие глава администрации муниципальных образований, представители профильных министерств, полиция, МЧС, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Обсудили тему паводка. В Ульяновске ситуация стабилизировалась. Уровень воды упал. На Московском шоссе в выходные вода ушла. Глава Ульяновска Александр Балдакин на этой неделе встретится с руководством предприятий, которые пострадали от паводка. Вместе они оценят ущерб и примут решение по компенсации. Также в Ульяновской области приведут в порядок дворы. Действует программа «Мой двор». 565 миллионов рублей направят на ремонт асфальта во дворах. Еще 73 двора в 5 муниципалитетах отремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды». Губернатор Алексей Русских сообщил, что лично проедет по нескольким дворам и проверит, как ведется благоустройство. Валентина Никонова, Герман Баранов, Ул-Правда ТВ.